Привет, дорогие зрители, давайте поставим лайк и перейдем сразу к подборке. Ultimate General American Revolution – стратегическая игра, которая позволит вам окунуться в историческую эпоху и почувствовать себя командующим во время войны за независимость в Америке. Вы сможете выбрать одну из сторон – командование английской армией или американскими войсками. Одним из главных преимуществ этой игры является возможность управлять армией и флотом. Вашим главным заданием будет разработать стратегию победы и биться с противником на различных полях сражений. Вам предстоит принимать участие в известных исторических сражениях. Каждое сражение требует от вас стратегического мышления, тактического планирования и принятия быстрых решений. Построение войск – важный аспект игры. Вам будет представлена возможность создавать свою уникальную армию, выбрав подходящих солдат для различных ролей. Вы сможете управлять своими подразделениями до батальона включительно, перемещать его по полю битвы и применять различные тактики для достижения победы. В вашем распоряжении окажется и морская составляющая любой армии. Будьте готовы сражаться на огромных водах Атлантического океана и противостоять противнику на море, поэтому не забывайте улучшать его и развивать новые стратегии боевых действий. Вы также будете отвечать за обеспечение ваших солдат всем необходимым, включая пищу, одежду и вооружение. Будьте внимательны к потребностям своих войск и обеспечьте им все необходимое для эффективных боевых действий. Kingmaker – средневековая песочница с большой свободой действия и абсурдными ситуациями, где вам придется выживать. Отправляйтесь в Англию 16 века, чтобы изменить историю и принять участие в кровопролитных войнах, которые были обыденностью для того времени. Предотвратите апокалипсис и перепишите историю так, как вам хочется. Отправляйтесь на поле боя, чтобы продемонстрировать свое умение обращаться с мечом или современными штурмовыми винтовками. Игра предлагает огромный выбор оружия на любой выбор, из-за чего запросто можете стать свидетелем безумной бойни, где рыцари сражаются с пулеметчиками. Игровой процесс предлагает возглавить армию и отдать указания, пока сотни и тысячи бойцов ведут битву на огромном поле боя. Выделяйте членов отряда и отдавайте им указания, чтобы те шли к нужной точке, а также комбинируйте команды, чтобы добиться желаемого результата. Только вам решать, будете ли вы действовать в одиночку или попросите друзей присоединиться к вам в кооперативном режиме. Сражайтесь друг с другом или вместе выступите против искусственного интеллекта, чтобы разгромить его в пух и прах. Dust Front RTS является уникальной комбинацией традиционной RTS и глобальной стратегии, обогащенной процедурно воспроизводимым миром и нелинейным прохождением кампании. События игры разворачиваются в футуристическом мире, охваченном несколькими войнами, где под пылью и бетонными развалинами скрываются остатки былой мощи цивилизации. Возьмите под управление одну из выживших, но постоянно воюющих фракций. Начните со строительства оборонительных сооружений, чтобы враг не разграбил и не уничтожил вас, пока вы будете создавать свою армию, роту за ротой, танк за танком, бомбу за бомбой. Возглавьте армию своей мечты и начните порабощать мир. Огромное разнообразие противников от юнитов экзоскелетов до чудищ неизвестного происхождения потребует от вас применения разного рода войск на различных этапах военной операции, а также тактической полководческой мысли. В сражениях у вас будет возможность управлять танками, авиацией, пехотой и различными видами военной техники. Кроме того, не забывайте о строительстве баз и добывании полезных ресурсов. Вы можете производить технику, перерабатывать минералы и строить казармы со складами. Каждое из этих сооружений будет иметь важное значение на глобальной карте. Не забудьте наладить логистику доставки ресурсов на производственные фабрики и средств поражения к линии соприкосновения, чтобы вашим юнитам не приходилось слишком долго добираться до поля боя. Помимо добычи, вы сможете покупать новинки техники у международных оружейных баронов. Manor Lords – стратегическая игра в эпоху Средневековья. В центре игровых механик – реалистичный процесс строительства зданий и напряженные поединки с вражеской армией. Строительный элемент базируется на исторических данных о городах и деревнях. Все постройки представлены в игре максимально достоверными. Ландшафты и типы местности влияют на процесс формирования поселения. Создавайте торговые маршруты, налаживайте рыночные отношения с соседними городами и займитесь экономическим процветанием поселения. Назначайте разные занятия поселенцам. Они будут заниматься возведением сооружений, другие впахивать плугами поля, третий расплавлять железо, пасти овец и так далее. Занятий представлено огромное множество, и каждому жителю найдется работа. Мир развивается динамически, присутствует смена дня и ночи, а также сезонов. Меняется погода, жители города могут подходить болезни. Также поселение может охватить война, нищета, голод и другие беды. Военные юниты представлены пехотой, конными всадниками и осадным оружием. Баталии представляют собой полномасштабные войны с участием огромного числа юнитов. Разрабатывайте тактику и повышайте навыки солдат. Отряды имеют параметры усталости и боевого духа, про что не стоит забывать.
Homeworld 3 – продолжение знаменитой серии игр в жанре космической стратегии. Здесь главному герою предстоит отправиться в долгое и опасное приключение, взять в руки оружие и сразиться с могущественными врагами. События игры снова происходят в космосе далеко от планеты Земля. Однако теперь помимо других, более насыщенных миров, вас ждут совершенно новые, ранее неизвестные приключения. Гиперпространственные ворота были открыты, и они открыли доступ к новым неизведанным мирам, куда вы направляетесь по сюжету. А говоря о геймплее, стоит отметить, что он по-прежнему будет основан на красочных сражениях в реальном времени, активной прокачке, сборе лута и крафтинге, а также пристальном исследовании бескрайних просторов космоса. В этой части игры мир будет гораздо больше, чем в предыдущей. Будет доступна еще одна новая раса, а также несколько типов отдельных кораблей и многое другое. У каждой расы будет своя уникальная технология, дающая им определенные преимущества. Hollywood Animal позволяет игроку войти в роль генерального менеджера киностудии, погружая в увлекательный мир кинематографии, и окунет вас в мир заговоров, конкуренции, интимных интриг и, конечно же, искусства. В игре у вас будет возможность принимать стратегические решения и управлять всеми аспектами работы студии, начиная от выбора проектов, заключения контрактов с актерами до управления бюджетом и маркетинговой кампанией. Вашей задачей будет сделать все возможное, чтобы ваша студия стала одной из самых успешных и влиятельных в Голливуде. Одним из ключевых элементов игры является выбор проектов. Вам придется анализировать сценарии и прогнозировать их возможный успех в кинобизнесе, выбирать жанры фильмов от экшена и комедий до драмы и фантастики, а также оценивать актерский состав для каждого проекта. Вашей целью будет создание кинолент, которые принесут огромный кассовый успех и отличные отзывы от критиков. Здесь вы станете настоящим режиссером своей судьбы. Начните свою карьеру с маленького проекта и постепенно поднимайтесь вверх по карьерной лестнице. Нанимайте талантливых актеров, пишите сценарии, сотрудничайте с крупными продюсерами и боритесь за свое место под солнцем. В игре вас ждет множество увлекательных заданий и вызовов, которые помогут вам стать настоящим магнатом Голливуда. Тут главное ваше воображение и ваши решения. Помимо традиционных путей успеха, у вас есть возможность построить фабрику трэша и бросить вызов хорошему вкусу. Залейте экраны кровью и слизью и покажите всем, что вы способны на нечто уникальное. Здесь нет жестких ограничений и правил. Вы сами создаете свои цели и определяете путь к успеху. Игра дает вам свободу творить и развиваться, а ваша задача – удержаться на плаву в этом бешеном мире Голливуда. Sin of a Solar Empire 2 – это масштабная стратегия в реальном времени, где вы отправляетесь в межгалактическое путешествие. Постройте с нуля огромную космическую империю и докажите, что достойны взять на себя всю ответственность по ее управлению. Проведите подготовку к неизбежной войне и займите свою сторону в этом конфликте. Грамотно распоряжайтесь ресурсами, соберите вокруг себя сильную армию, развивайте технологии и колонизируйте ранее неизвестные планеты, чтобы обеспечить себя всем необходимым. Участвуйте в грандиозных схватках на гигантских кораблях и останьтесь единственным государством в этом уголке вселенной. Вторая часть унаследовала лучшие механики из своей предшественницы, а также не обошлось и без нововведений с улучшениями. Геймплей предлагает разнообразие функций, где вам предстоит отслеживать десятки показателей и быстро принимать правильные решения. Перед началом выберите приглянувшуюся расу из трех предложенных вариантов. Ключевой особенностью стало то, что все они максимально отличаются друг от друга, не только внешне, но и в плане механик, уникальными юнитами и древом навыков, которые полностью меняют игровой процесс. Вам предстоит захватывать новые территории и благоустраивать их в зависимости от многих факторов, таких как, например, ландшафт и атмосфера. Искусственный интеллект не даст заскучать и постоянно будет подбрасывать вам разнообразные события в случайно сгенерированном порядке. Но если вам все же захочется испытать новые ощущения, то протестируйте сетевой режим. Собирайтесь в лобби как с друзьями, так и присоединяйтесь к уже созданным играм, чтобы испытать свои навыки в схватке с подготовленным противником. Broken Arrow – это масштабная стратегия в реальном времени, где вам предстоит принять участие в военных действиях в современных реалиях. Принимайте участие в столкновениях между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Примите одну из сторон конфликта и продемонстрируйте выдающие лидерские качества, отдавая приказы на поле боя. Формируйте отряды, расстанавливайте свои юниты в выгодные позиции, а также наслаждайтесь повышенной реиграбельностью за счет гибких настроек, которые позволят сделать каждую битву запоминающейся. Оригинальная задумка и достойная реализация делают игру по-настоящему уникальной и открывает огромный спектр возможностей перед игроками. Несмотря на то, что в игре отсутствует процедурная генерация, вам будет интересно вновь и вновь возвращаться к уже изученным картам и битвам, ведь из-за развитого искусственного интеллекта и более 300 юнитов вы точно сможете придумать новую тактику и обойти врага любой ценой. Будьте максимально гибкими, ведь искусственный интеллект анализирует ваше поведение и старается остановить вас. Вашими болями сражений станут города, где вам предстоит перемещать технику по узким, предназначенным для машин улочкам, а также учитывать особенности ландшафта при размещении армии. Отличной особенностью стало то, что от вашего планирования зависит в разы больше, чем может показаться на первый взгляд. Например, даже если ваша армия уступает противнику силой или количеством бойцов, то вы все равно можете одержать победу, если ответственно подойдете к разработке стратегии.
Norland – амбициозный проект, представляющий собой уникальный стратегический симулятор, который перенесет нас в захватывающий мир средневековья, чтобы исполнить очень важную миссию. В этой игре тебе предстоит взять на себя роль основателя скромного поселения, которое необходимо постоянно расширять и развивать, превращая его в процветающий город с развитой инфраструктурой и неограниченными перспективами. Здесь ты обладаешь полной свободой выбора и вариативностью действий, постепенно строя миролюбивый город, вкладывая усилия в развитие экономики. Или же ты можешь вступить на вражеский путь и развязать войну со смежными поселениями, сея страх среди местных жителей. Основой игрового процесса является установление социальных связей с различными персонажами, одни из которых станут твоими преданными союзниками, а другие будут делать все возможное, чтобы тебя уничтожить. На протяжении всего прохождения игры необходимо быть бдительным и постоянно совершенствовать свои навыки, чтобы не дать противнику ни единого шанса. Графика уникальна своим стилем рисовки и позволит тебе полностью погрузиться в события этого удивительного мира королевства Норланд. Frostpunk 2 – продолжение выживалки, в основе которой стоит менеджмент и строительство. События игры разворачиваются уже через 30 лет после катастрофы, накрывшей Землю. Теперь на планете произошло сильное похолодание, и люди страдают от постоянных морозов. В градостроительном симуляторе предложено применить роль героя, который в процессе должен возглавить целый мегаполис и заботиться о благополучии местных жителей. Для этого персонажу нужно заняться сбором ресурсов и поиском всевозможных источников энергии. Уголь давно уже исчерпан, и людям нужно сосредоточиться на добыче нефти, залежи которой расположены в морозных землях. Человечество постоянно ищет разные варианты развития, пытаясь подстраиваться под изменчивый мир. В виртуальной вселенной градостроительного симулятора обитают разные слои населения и фракции, каждый из которых преследует разнообразные цели. Кто-то желает процветания страждущему народу, которому удалось выжить, а кто-то безжалостно старается силовыми методами захватить все оставшиеся ресурсы. Действовать предстоит в условиях вечного холода, который постепенно приносит выживальцам новые внешние угрозы. Задача геймера состоит в том, чтобы объединить остатки цивилизации под собственным началом и развить город, пытаясь при этом при всем добиться процветания в нереальных и опасных условиях. Это была моя подборка на 2024 год. Благодарю вас за просмотр, до новых встреч и всего хорошего.